Рада приветствовать вас, друзья, а также уважаемые коллеги и клиенты сайта MagExpert.org. С вами, как обычно, Евгения Таро. И в этом видеосюжете я поделюсь с вами очень интересным способом получения быстрых ответов «да» или «нет» на простой колоде игральных карт из 36 листов. С этим способом я познакомилась в одной интереснейшей книге. Это книга о индийской астрологии Джьотиш. В этой книге описывается, можно так сказать, харарная индийская астрология Прашна. И автор этой книги, рассуждая об этой методике получения ответов на вопросы клиентов, сетовал на то, что не всегда с помощью астрологической карты можно получить достоверный вопрос, особенно если это нужно сделать быстро, а компьютера под рукой нет для того, чтобы сделать расчеты. Или нет таблицы эфемерид. Что он делает в этих случаях? Он берет обычную игральную колоду карт на 36 листов, задает вопрос, на который должен получить ответ «да» или «нет», и загадывает одну из карт. Если клиент находится перед ним, он просто просит клиента вытянуть одну из карт этой колоды. Ну, предположим, клиент вытаскивает наугад девятку бубновую. Что делается после этого? Девятка бубновая возвращается в колоду, карты тасуются тщательнейшим образом, думая о вопросе, снимаются и раскладываются на две стопочки. Одна стопка «да», другая «нет». Ну, в зависимости от того, куда выпала девятка бубновая, в стопку «да» или в стопку «нет», вот в данном случае в стопке «да», ответ дается положительный на вопрос гадающего. Если бы выбранная клиентом карта попала во вторую стопку, это бы означало «нет». Вот такой простенький способ, который может вам пригодиться в любой момент вашей жизни. Быстро, понятно, легко. Но насколько надежно, проверяйте сами. Все методики нужно проверять на практике, составлять статистику и смотреть, на сколько процентов эта методика для вас валидна. А на этом я заканчиваю видео. Надеюсь, оно было вам полезно. Пишите ваши комментарии к этому видео. Мне будет интересно ваше мнение по поводу этого расклада. А пока все. До свидания.